Информбюро в эфире. Продолжаем выпуск. Предприниматели Семея и Усть-Каменогорска сегодня потребовали отставки акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Просим решить вопрос об освобождении с занимаемой должности акима Восточно-Казахстанской области Ахметова Даниала Кичитаевича, который своими действиями наносит непоправимый ущерб имиджу государственной власти. Мы уверены в своей правоте и намерены дальше отстаивать свою гражданскую позицию. Пресс-конференцию организовали более десятка бизнесменов, которые, как они утверждают, пострадали от действий главы региона. Основные претензии касаются проведения тендеров, в которых, по словам предпринимателей, постоянно лоббируются интересы приближенных к администрации подрядчиков. Пожаловались предприниматели и на то, что в период пандемии все чаще прослеживаются схемы закупа из одного источника, что наводит на мысль о коррупции. В акимате заявили, что эта информация не соответствует действительности и потребовали предъявить доказательства. Необоснованные претензии, ничем не обоснованные, ни фактов, ничего нету. Я просто посоветовал бы сегодня, есть юристы, есть правоведы, в судебных решениях, в правовом поле, пусть они доказывают. Я еще раз говорю, нужны факты, нужны подтверждения, нужны обоснования, а не так просто и все.